Всем привет, ребят! Буквально вчера вышла песня у Shadow Rays Astral Step. Ее сегодня глянем, и кто хочет, мы глянем другие реакции на Shadow Rays. Ну просто вот смотрите, пишите Shadow Rays Мушинский Family. И тут видим мы Shadow Rays Juggernaut 2 месяца назад. Shadow Rays Shadow Find 2 месяца назад. И еще слушали, получается, Shadow Race, Baby Swish, Psyblade, да? То есть, получается, 3 песни уже слушали, так что пишите свои комментарии, что еще от него глянуть. И глянем сегодня еще Twinkie Hole. Не знаю, что это, вышло летом, это клип, получается. Так что давайте сначала слушаем Shadow Race, а потом слушаем Twinkie. Так, погнали. Астрал, степ. Но перед тем, как вы слушаете, если вам не сложно, ставьте свой лайк и оставьте свой комментарий. Мне будет очень приятно. Не, серьезно, мне очень приятно, когда вы это делаете. Это прям, я смотрю и порой, нифига себе, вот это ребята пишут комментов столько и такое. Ну, спасибо вам, ребят. Это просто мне, как бы, очень приятно от этого. От вашей, так сказать, взаимо, как бы, help, ну, помощи, взаимопомощь. Астрал степ. Интересно. Окей. Кидает следующий бровер, как раз на стенду белый стекло не башки. Один день тебе покажу, да на листе ты не найти меня. Это я пропажу, не смелый, да не оставлю им ответа. Из ниоткуда выйду лейт, разрубая глифы ноги. Я бегу за спиной боги, хотя деньги только в лобби, ты подобный, Если я это собрал, лоу, пау, пау. Я быстрее этих клеймов, пью, пау, пау. Простил. Молодец. Он офигенный. Он прям, он кочевый. Прям нет слов. Ну да, кстати. У него прям очень. Ну, про Dota там Shadow Find, да, вот эти Juggernaut песни у него прям очень много слушали, ну, музыку вот эту люди, как бы. Им прям. Ну, молодец, что сказать, молодец. Мои глаза горят, глаза идут вперед, не шаг назад, кидаешь, я бегу на старт, и сюда вид идет на старт, теряю мягко, как страдать, мой стенд сияет, это факт, и я вступаю прямо в старт, и не убить меня, стоп, а кидаешь, следующий бровер, по красным стенду белый стекло, не башки, один бит, тебе покажу, да на листе, ты не найти меня, и сюда я пропажу, не смелый, ты не оставлю им ответа, из ниоткуда выйду лейт. Смотрю, гуля убил из всех урод, от пули у меня естественно, выгромов у меня естественно, я не злодей, у меня свои вирусы, много будет примеры, вирусы, мало хп, накинул вирусы, много энергии, я буду состоять, как это стоит, например, сына, и глаза горят, глаза идут вперед, не шаг назад, кидаешь, на бегу, на старт, ведь твой пробит, идет на старт, стреляем, метка, как солдат, мой старт сияет, это факт, и я слепую прямо в такт, и не убить меня, стоха. Не убить меня. Астрал степ. Астрал степ. Астрал степ. Что это значит? Мне прям интересно. Это финальный навык Void Spirit, имеющий 2 заряда и позволяющий совершить рывок к указанной точке, нанеся физический урон, а затем и магический урон всем задетым по пути противникам. Void Spirit. Если честно, ребят, я в Dota уже давно не играл, да? Очень давно не играл, поэтому. Void Spirit. Я даже и не знаю, кто это. Ну, из Доты, как бы. Ну, прикольно. Не, реально, у него очень кочевые песни, и советую вам ознакомиться с другими песнями. Ну, мне кажется, вы же слушали, да, там, Juggernaut, да, Shadow Find, и 1007, надо, кстати, глянуть, что 1007 надо глянуть. Но мы это уже потом глянем, так что песня очень кочевая, ему всех успехов. Он крутой,
Он просто крутой. Это мое мнение, ребят. Это правда, как бы песня качает, как бы что тут скрывать, что я буду врать, что ли? Не буду я врать, ребят. 10-10, молодец. И Твинки к Холлу меня тут сказали, глянь, ну давай глянем, что это такое. Твинки, первый раз слышу вообще. Но там что-то связано с Дотой, да, у нее на канале. 10 тысяч подписчиков у нее на канале. Да, что с Дотой связано. Песни из комментариев. Аниме Дота 2, пародия. Он что-то делает, да, там по Доте. Девочки текут с моего Финна. Надо на нее подписаться. Подписаться на нее надо. Ну-ка, глянем ее. Она тоже может доделать. Могу. Студия. Окей. Гуль, это жалкий самозванец. Трек на один удален, скоро снова появится на всех площадках. Мне нравится эта песня. Да, у меня хороший голос. А Гуль это получается, это что такое? Гуль. Мифическое существо, фольклорный персонаж, оборотень арабской, персидской и турской мифологии. Такицкий Гуль, да, наверное, отсылка к этому аниме, да. В общем, будем еще следить за ней. Какие вам, как бы, ее песни нравятся, пишите в комментариях. Очень приятный голос, приятное исполнение, какой-то, нет какой-то фальшивости, мне это видно. Она такая какая-то искренняя, да, как бы поет, как бы, ну, о чем думает, да, на самом деле. И чё, ну, мне понравилось, вот, серьезно, тоже классный трек, прям интересно, так что. Пишите свое мнение, как вам эта песня нравится, нет, и советуйте еще песни ее, будем обязательно слушать. Будем слушать обязательно. В общем, пишите свои комментарии по этому поводу, как вам нравится или не нравится. И подписывайтесь на канал, на Инстаграм. И лайки не забываем ставить, пальцы вверх. Так что всем удачи, всем пока.